Родители юных футболистов из спортшколы «Спартак» ищут спонсоров. Финансирования остро не хватает. Затраты на выездные соревнования, как правило, ложатся на плечи пап и мам спортсменов. Поездка в другой регион в среднем обходится в 20 тысяч рублей с человека. Не всем под силу такие расходы. Почему бесплатный спорт по факту оказывается высокозатратным, попыталась разобраться Лариса Ульяненко. Кто из юных футболистов не мечтает о славе Роналду или Месси? В 10-15 лет привлекают еще не баснословные гонорары, а красивая игра. Но родители знают, спорт даже для начинающих связан с деньгами. Привел сына или дочь в секцию – готовься к тратам. Но не все их могут себе позволить. Поэтому родители команды 15-16-летних мальчишек спортшколы «Спартак» пытаются найти спонсоров. Форма, поездки – это все за счет родителей. Ну, около 70 тысяч выходит на ребенка в год. Ну, например, поездка в Казань стоила бы нам 18 тысяч рублей с каждого родителя. То есть, если два ребенка едет, это вообще 36 тысяч. Вы поехали в Казань в итоге? В этом году нет. В Казани очень сильный турнир есть, где многие команды со всей России играют. Конечно, нужно ездить, если хотите... продолжать жизнь, связывать с футболом, то надо обязательно поездить по стране. Мы очень надеемся найти спонсора. Проблема недостаточного финансирования спорта остро стоит по всей стране. Поддержка государства минимальная. Старый Оскол не исключение. Школа наша работает на основании федеральных стандартов спортивной подготовки, которые утверждены Минспортом России. Есть определенный минимум, например, участие в соревнованиях, в официальных соревнованиях. И этот минимум мы выполняем. В школе 600 спортсменов. У нас в школе 48 групп, и всех школа должна обеспечить участием в соревнованиях. Это участие в официальных соревнованиях, как первенство Белгородской области. Если это касается турнира, то да, всероссийские турниры, межрегиональные турниры, да, на это денег, естественно, в школе не хватает финансирования. И дети, и родители, и сами тренеры знают, играть с одними и теми же соперниками скучно, матчи предсказуемы, серьезный опыт приходит на выездах. Для многих родителей это тяжело, поездки на соревнования, потому что если это соревнования серьезного уровня, как правило, проходят в старших возрастах 7-8 дней, естественно, это накладно, потому что питание и проживание, большая часть идет за счет того, что мы просим родителей оказать помощь. Спортивная школа не может полностью выделить финансы на поездки на соревнования, только частично. И все же родители не отказываются от секции. Во-первых, занятия в спортшколе все-таки бесплатные. Во-вторых, лучшую альтернативу улице и гаджетам придумать сложно. Ходили уже много на какие секции, на бокс ходили, на плавание ходили, выбрал футбол и решили вот на нем остановиться. Глаз загорелся, очень нравится. Ходит с удовольствием. Во дворе он обучает своих друзей игре в футбол. Прям после каждой практически тренировки. Вот он приходит, их также в ряд выстраивает. И вот там всякие отжимания, там планки, тренирует своих друзей. Муратовых траты пока не смущают, хотя одних мячей за год покупают 5-6. Каждый не меньше 1000 рублей. На форму и бутсы еще 6 тысяч. К тому, что из семейного бюджета придется выделять деньги и на выездные туры, готовы. Я слышала эти суммы. Если придется, потому что у ребенка есть желание, что делать будем? Находить выходы будем добиваться. Искать. Да. Потому что, я еще раз говорю, глаз горит. Да, спонсоры должны быть у таких школ, сами они не в силах вытянуть, потянуть. В нашем городе такие большие предприятия, для них это не сильно затратно было бы. Но средства нужны не только на поездки. Материально-техническая база спортшколы тоже устарела. Необходимо новое футбольное поле и освещение. Искусственному покрытию уже 15 лет. Оно серьезно изношено. Заменить его, согласно нормативам, надо было еще 5-7 лет назад. Лариса Ульяненко, Александр Гончаров, Илья Самсонов, 9 канал.